Вот приехали мы опять проверить сети. Каждый раз с лодкой. Два весла. Вот Сергей Пупков, Володя Пащенко. Ведра, подушки. Ветер сегодня, вот какая волнистая поверхность. Вот видно, видите, сделали веточку, воткнутая там, чтобы не так было заметно. Но все равно, пока погода позволяет, надо хотя бы разок почерпнуть еще. Потом уже бредень до весны. А сеть эту хоть зимой ставь. Я в холодную воду не полезу. Накормил я вас рыбой. О, дует, играет. Кто-нибудь подумает, оркестр духовой. А что она у вас вышла-то за ночь, как могла? Давайте, братья, опускайте туда в воду. Я придержу ее маленько. Здесь нельзя, чтобы не проткнуть. Мало ли, какая трава тут такая, как сучки, твердая. Все? Давайте. Ну, дорога сейчас поплывет и можно закатывать. Да там не до этого будет. Не до этого. Шапки надевайте, чтобы ветром не сдуло. Ладом натягивайте. Козырьки-то назад поверните сразу. Это мне мешает вас снимать. Поворачиваю. Так. Давай в это сюда. Не весла нет, еще что ты делаешь? Куда поплыл? Ну я че? Ну торопитесь. Вот. На, Володь. Вот. Я говорю, ты дай веревочки, я подержу. О, как на рыбалку рвутся. Против волны сейчас, ой-ой-ой. И главное, ни весла, ничего нету, поплыл. И ветер дует. А тебя прибьет только вон туда, вон где сваи у нас. Как же мы там это? Давай веревочку сюда мне. Давай. Подержу я веревочку. Вот так. Залазь. Отпускать? Да. Пошел. И вот так же сюда. Ловко ты поплыл. Капитан дальнего плавания будем звать тебя сегодня. У нас на корабле один заснул, ну и упал о палубу. Его с тех пор стали звать космонавтом. Ну, Юнга. Ты не забудь, Сергей, привязывать везде. Намешали хлеб с пасхальными куличами. Пасхальное приветствие карасям. Поплыли сразу на второй. Сегодня у нас 13-е, а завтра 14-е, пост начинается в Успенске. Вообще необъяснимый пост. В Ветхом Завете он имел оправдание, а в Новом Завете никакого.
Это уже бы. Сразу выбирают, попали, значит. Волны какие идут. Сережа, привязывай туда, привязывай приманку на сеть. Решили привязать тесто с пасхальными куличами, с растительным маслом. Ну и в сетку завязали, помалую совсем. Все, пока. Подплывают там сети, которые первые ставили. Ветер сильный какой, разворачивает. Сеть какая-то. Дамбе машина с большой скоростью идет. Алексеевна поехала в Корчин. Кириллу крышу закрыть, что ли.
Ну вот одной сети мы поймали 23, а на другую 25. Вот я сегодня показывал, на 48. Том берегу можно показать даже, вот где кусты начинаются, показать. Там все время утки. Каждый день, вон они, кучей стоят. Это не случайно. Значит, у них переходной какой-то здесь трамплин у рыбы. А там дальше-то, там с травой совсем, она, видимо, ходит туда на кормежку. На сутки надо поставить один раз. Я смотрю за птицами как, больше нигде нету. Вот такое дело. А на шлюз надо раз или два сходить еще подготовить к зиме. Считай. 14. Посмотри рядом. 19. Ведро мог там рядом поставить. Мимо. Упало на пол. 25. Вот этого, который лежит, положи на пол. Покажи вот это. Как оно видно будет? О! 30. Они еще бы больше выросли. Но тут нынче вода упала, прорвала шлюз. 9, 40. 1, 2. И сколько? 4, 5, 6, 7. Вон еще. А? 8, вон еще один. 49. 49. 49. Значит, больше нету, да? Как будто больше нету. Ну, давайте. Привязывайте. Давайте я маленько протру ее. Давай. Не надо, еще какие ушки. Они вылежат ее? Да, блин, они когтями еще продрут ее. Нет, не видел. Давай. Давай, по-моему, назад маленько. Не, лишку. Помогаем. Крепче притягивай. Что-то слабо натянуто.
Все, поехали. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благодарим тебя, Христиан Божий, яко насытил нас землей в твоих благ. Надо сейчас заехать к старости дать, к батюшке, и тут приготовить гостинцы в город. Это как раз им будет на преображение. А мы-то себе тут еще добудем. Подъезжаем к первому мостику. Здесь тоже была корыта вниз. Мы подняли. Сейчас вот сегодня жду песок. Песком насыпать надо. Степа, кого не видать.